Всем привет! Сегодня я хочу рассказать об ароматизации табака доником. Сразу хочу сказать, что все это ерунда. Я все его искал, ждал, когда он зацветет. Купил в магазине сначала вот такой доник. Забил сигареты, ну, смешал его один к одному. В общем, солома соломой. Ну, думал, что может быть что-то тут не доник. Сделал вытяжку из него. Его увлажнил, значит, табак этой вытяжкой. Высушил, тоже результат ноль. Ну, в общем, солома соломой. Вот. Так что вот это вот не действует. Никакого вкуса, ну, солома. Потом сейчас он зацвел у нас, значит. Вот, вот он. Сам запах, то есть аромат у него идеальный, то есть пахнет хорошо. Но в сигаретах, опять же, никакого результата. Сено сеном, и наоборот, мне кажется, портит табак. Ну, вот и все. Как им ароматизировали, но если махру, может быть, что-то для махры, какой-то вкус он дает, но для нормального табака никакого вкуса он не дает, ни ароматизации, ни вкуса, в общем, ерунда, можете не пробовать. Все, всем пока, кому понравилось, оцените, ну, а кому нет, извините.